Здравствуйте, любители L2R. Это осада на сервере Antares. Здесь у нас клан Ангел Фьюри. Ангел Фьюри пытается отдефать замок. Тут, я так понимаю, здесь 2 в 1. Здесь кланы против Перла Нерла и Мурмидонс. Мурмидонс это, получается, атакующий вместе с Перла Нерой. У них между собой есть альянс. Значит, получается, Ангел Фьюри у нас... Я вот пытаюсь понять, есть ли здесь наемники у них. Вот, тут в данный момент пока они, в принципе, держат центральные ворота, но они уже сломаны, центральные ворота, и, соответственно, сейчас они их не пускают сюда, атакующих кланов. Бафы видно, что закастованы кланом Ангел Фьюри. Ну, понятно, что ну, с начала осады прошло, в принципе, 5 минут. Здесь ничего принципиально пока такого не случилось. Видно, что просто идет нескончаемый поток атакующих игроков. Но тут как бы видно, что Ангел Фьюри, они довольно-таки неплохо обороняются, ставят зоны, и их пока вот сейчас, вот я вижу, что раскачивают. Я здесь видел, что есть третий клан, Germany Kings, по-моему. Ну, я не вижу где-то его в бою, наверное, это просто был, наверное, какой-то, может быть, клан для ставок. Пока я вижу то, что только идет атака с двух сторон, именно кланов Перла Нерла и Мурмидонс. Вот, и сейчас вот видно, что какой-то один игрок здесь пробежал. Давайте быстренько посмотрим. Нет, его здесь встретили, но тут просто такая битва 1 на 1, двух БД, я так понимаю. Вот, ну давайте вернемся все-таки на центр и посмотрим, смогут ли продавить атакующие кланы. Все-таки их два клана против одного. И сейчас, да, их все-таки заходят как бы атакующие кланы в предбанник. И начинают по сторонам пытаться развести клан непосредственно Ангел Фьюри. И тут уже начинают потихонечку вышки ломать. С одной стороны, вот я вижу, часть игроков есть, атакующих ломают вышки. И давайте с другой стороны тоже посмотрим, что происходит. Ну, с другой стороны, здесь игроки Ангела Фьюри, я так понимаю, выбили вот несколько человек. Но тут видно, что еще бегают какие-то одиночные цели. И, соответственно, давайте поглядим обратно, вернемся на центр, посмотрим, что там дальше. Ну, по карте то, что тут все это получается так, как... У кланов атакующих между собой альянс. Они все по карте одним цветом, желтым. А синенькие, получается, у нас обороняющиеся. Ну, они, по идее, всегда синенькие. Вот, что-то у них тут по составам, я смотрю. Вот тут есть Мефит, я вижу, есть. То есть, ну, я так понимаю, здесь альянс, ну, залили как бы со всего альянса, кого могли. Потому что я там посмотрел, там еще есть на других замках тоже осада, но там... Я так понимаю, никаких боевых ничего нет, там эпидемии, на эпидемиков зашли, я так понял, там 3 в 1, и они даже не пришли на осаду. А на Глудио, я так понял, там вообще, ну, как бы, получается, ну, вообще там, как бы, осады как таковой нет. Там твины их просто сейчас несут, и все. Ну, пока у нас прошло уже порядка 7,5 минут, клан Ангелов Фьюри пока держится, обороняется, они по двумя бафами, они всех вычистили, хотя вот тут, в принципе, по карте видно, что какой-то один игрок здесь есть, стоит. Он уже не стоит, нет, все-таки стоит, бегает. Да, здесь что-то он тут в текстурах, похоже, застрял. Ну, ладно. Вернемся обратно на центр, посмотрим. Центр. Ну, а в центре, по сути, как бы пока все... Ну, продолжается, как и было. Ну, плотно стоят игроки Ангел Фьюри. Видно то, что пытаются, наверное, делать какие-то три группы. Да, вот видно, что здесь они стоят перед воротами. Наверное, сейчас они будут какой-то готовить мув. И вот часть игроков пошла. Да, и вот пошла еще вторая часть игроков. И сейчас посмотрим, смогут ли они как-то пробить эту оборону. Поставили здесь зоны все защитные, но я так понял, здесь и атакующие ставят зоны, и обороняющие ставят зоны. Под зонами как бы драться легче. Да, видно то, что все-таки они смогли проломить центр. И опять растекаются ну, налево и направо, но сейчас вот налево, наверх побежало больше игроков. Тут по точкам это видно, вот по желтым. Вышку смогут ли они сломать или не смогут. Так, тут их встречают, но, по-моему, встречающих здесь меньше, чем атакующих. Ну, хотя вот уже примерно поровну, но вышки при этом довольно-таки неплохо проседают. И смотрим. Нет, я так понимаю, все-таки, наверное, тоже сейчас вычистят. Вот. И да, эта комната практически зачищена. Посмотрим. Здесь что, центр? Так, в центре
Возвращаются, да, те игроки, которые зачищали верхнюю комнатку, возвращаются в центр. Посмотрим, что у нас внизу происходит. А внизу у нас гоняется тут за одиночным игроком. И да, убили. По киллам преимущество обороняющих практически там трехкратное, даже больше. Вот, ну они под двумя бафами. И все-таки их атакует не 150 человек, а... ну, наверное, 100, как бы надо было. Ну, я, в принципе, успел там глянуть составы. Там и там, и там я видел, что 50 из 50. Вопрос, сколько зашло. Как бы у меня такой точной информации, к сожалению, нет. Ну, так вот объективно, наверное, я не знаю, будет то 100 человек или нет. Потому что постоянно видно, что люди подходят. И посчитать здесь, конечно, не представляется возможным. Вот, но при этом, как бы, клан... Ангел Фьюри довольно-таки неплохо обороняется. Они, ну, да, их продавливают, когда какой-то регрупп случается у атакующих. И, соответственно, ну, они как бы успевают зачистить все эти комнатки. И, соответственно, вернуться обратно к центральным воротам и продолжать как бы стоять. Их задача удержать замок. И, соответственно, будем смотреть, смогут ли они это сделать или не смогут. Пока у них все получается. Перекастовали оба бафа. Так, ну, бафы до сих пор, соответственно, принадлежат Ангел Фьюри. И сейчас мы видим по карте, готовится очередной, так сказать, мув, регрупп. Игроки собираются. И, наверное, сейчас посмотрим, что, как это будет происходить. Либо они также будут пытаться в одну комнату пробежать, если, конечно, смогут продавить. Либо они, наверное, попробуют, ну, как бы раскачать. Вот, пошла атака. И давайте посмотрим, смогут ли они продавить или не смогут. Так, ну по карте видно, что, видимо, часть игроков просто бежит, не атакуя, а сразу пытаться пробиться в комнатку, потому что здесь вот вышки уже практически одна уже упала, но нет, их здесь встретили. Вот еще один игрок забежал и попал во всевозможные станы, нет, тоже упал. И при этом, так, а внизу у нас, внизу по карте, там, опять я вижу одну желтую точку какую-то, посмотрим, кто это у нас. Здесь бьют какого-то тукана, но он выжил и убежал, молодец какой, и вернулся, смотрите, к своим. Да, это забавно, на самом деле. Нет, вот только сейчас его убили, похоже. Вот. И, соответственно, пока, да, продолжается, собственно говоря, стояние в воротах, как 300 спартанцев. И вот атакующие пока не могут они как-то прям продавить, чтобы как бы расшатать оборону, чтобы игроки начали теряться, но нет. Обороняющие игроки не теряются, они делают свое дело. Их задача, в принципе, с одной стороны, простая, то, что стоять насмерть в воротах и не пускать никого. Но, с другой стороны, конечно, если их продавят, будет тяжелее. Но пока у них два бафа. И по киллам преимущество просто уже довольно-таки большое. Уже четырехкратное практически. И поэтому... ну, вот сейчас опять была попытка, наверное, какая-то прорваться. Но как-то малым количеством. Может быть, просто атакующих уже не хватает красных кристаллов. Чтобы быстрее подходить. Но вот по карте я вижу, то, что часть игроков все-таки пробежала. Я даже видел надпись, что левая защитная башня уничтожена. Но, да, вот видно, что одну вышку сломали. Хотя она до сих пор визуально целая, но ХП у нее как бы нет. И давайте посмотрим, на всякий случай, что наверху. Так, а наверху у нас обе вышки пока целы. И возвращаемся обратно на центр, смотрим, что здесь происходит. А здесь у нас, соответственно, все то же самое. Пока ребята стоят, в принципе, зонами накрываются. У них пока все хорошо. Один баф перекастовали, идет уже каст второго бафа. Регрупп, смотрим, готовится или нет. Наверное, да, вот здесь вот получается немножко с правой стороны, скорее всего, будет. Вот. И, соответственно, посмотрим, сейчас получится что-то или нет. Ну вот, какой-то идет, да, пытается они войти, как-то пробиться. Ну, что-то у них не очень это получается, я вижу. Хотя по точкам вроде как игроки живы, хотя, может быть, конечно, это трупы отображаются.
Вот. Но визуально игроков как-то я так не особо не вижу, чтобы прям много было. Хотя вроде по карте смотришь, как бы их вроде много. Вот. При этом, конечно, продолжает расти счетчик убийств у Ангел Фьюри. Они стоят довольно-таки хорошо. О, ну, БМ, к сожалению, я посмотреть не успел. Также я не успел посмотреть наемников. Ну, я думаю, после осады мы это, конечно, все посмотрим, увидим. Вот. И да, в принципе, опять попытка была, видимо, какого-то прорыва. Хотя часть игроков стоит. Наверное, поступила какая-то команда, наверное, регрупнуться. Посмотрим сейчас, что из этого выйдет у нас. И пока мы смотрим, смотрим. Да, вот здесь подбегают игроки. И давайте поглядим сейчас, что из этого выйдет. Вот опять пошел удар, ну, прям по центру. И смотрим, как это все происходит. Ну, происходит того, то, что Ангел Фьюри просто еще больше увеличивает счетчик киллов. Но вот я, кстати, не вижу здесь таких игроков, там, как Фея, Стрэндж. Потому что я их видел сейчас только что на Геране. Они отбивали, как бы забирали замок у эпидемиков, поэтому на этой осаде их нет, залили здесь другими игроками. Но я так понимаю, здесь и соперника тоже не так много сильных игроков. Может быть, там просто КД у многих, они не смогли, наверное, сделать какой-то прям залив. И поэтому Ангел Фьюри 1 в 2 сейчас довольно-таки, в принципе, успешно стоит. И это вы сами видите, он по киллам уже там перевалил за 1000. Вот. И сейчас мы смотрим, как это все у нас происходит. И вот опять, наверное, сейчас будет какой-то готовиться регрупп. Да, вот здесь собираются они перед воротами. Ну, видно то, что Ангел Фьюри они далеко не забегают. И смотрим сейчас, что у них опять получится у Бурмидонцев и Перла Нерла. Получится ли у них что-то. И да, пошла атака. И сейчас смотрим, пробьются они или не пробьются. Как обычно, сразу несколько игроков побежало наверх. Ну, по точкам. И да, видно, какую-то вышку уже они там успели сломать по дороге. Да, вышку одну сломали. Вот. И смотрим здесь по низу, потому что я вижу точки. А нет, смотрите, давайте вернемся все-таки наверх. Здесь больше гораздо игроков побежало. Посмотрим, что здесь происходит. Так, и, наверное, вышка сейчас это тоже упадет, потому что здесь довольно-таки много игроков. Хотя нет, их встречают, хотя здесь зоны. Ну, определить, чьи здесь зоны, кому принадлежат, непонятно. Но мне кажется, сейчас, наверное, эта вышка все-таки упадет или нет. Потому что, нет, зачистили эту комнатку. Но игроки, которые атаковали, наверное, увидели, что там осталось совсем мало здоровья. Но им, наверное, им снова придется готовить какой-то регрупп. Как бы пробегать одиночными целями, дабы чтобы вышка упала, это, конечно, бессмысленно. А тут у нас видим то же самое. То есть, получается, с двух сторон по одной вышке сломано, и по одной прямо чуть-чуть остается, вот прям на донышке. Ну вот, но все-таки нет, не сломали. Тем временем опять перекастованы оба бафа. А я так понимаю, все-таки, да, верхняя, правая уничтожена. Вышка только что об этом написала нам. Хотя нет, странно. Может быть, это центральная вышка сломали. А вот, собственно говоря, и упала вот эта вышка. Здесь ее, я так понимаю, паладин ее доковырял. И он побежал, наверное, куда-то на баф. Но баф сейчас забрать он не сможет, потому что баф пока принадлежит Ангел Фьюри. И он, наверное, такой как разведчик. Но мы вернемся обратно в центр. Ангел Фьюри тем временем закастовали нижний баф. Но я возвращаюсь в центр. Посмотрим, что здесь в центре происходит. Ну да, все-таки раскачивают потихоньку оборону Ангел Фьюри. Но видно, что они, в принципе, собрались. Вернулись все в центр. Но они понимают прекрасно, что у них уже правые ворота верхние сломаны. И им сейчас, конечно, нужно играть уже от этого аккуратнее. Вот. И давайте посмотрим сейчас опять на центр. Будет ли какой-то регрупп, может быть. Я опять только что вроде видел надпись, то, что что-то опять какую-то вышку сломали. Что-то здесь прям происходит, какие-то идут по КД. Так, здесь сломано. Но баф здесь все равно принадлежит Ангел Фьюри. Давайте еще так пройдемся, посмотрим. Здесь пока все тихо, на самом деле. Все пока происходит предбанники. До конца осады остается чуть-чуть больше 10 минут.
И смотрим, что сейчас все игроки Ангел Фьюри обратно вернулись, обратно встали в воротах. А атакующие игроки Перла Нерла и Мурмидонс, они сейчас опять готовят очередной регрупп. И посмотрим, как они будут сейчас это реализовывать. Скорее всего, наверное, они пытаются пробежать сразу либо поверху, либо понизу, мимо тех, кто стоит в воротах, как бы не атакуя их. Ну, вот сейчас, смотрите, поднимают бафы. И смотрим, что из этого получится. Так, пошла атака. Смотрим. Так, тут пока у нас все идет крошево, месиво. Раз один пробежал, я вижу по точкам. Смотрим, смотрим, смотрим. Нет, много игроков погибает у атакующих, потому что я вижу, как продолжает очень быстро расти счетчик убийств у Ангел Фьюри. У них уже там почти 1300, но какие-то одиночные цели пробегают. Мне кажется, там есть их кем встретить. Вот. Тем временем оба бафа сейчас никем не закастованы. Давайте попробуем сместимся, на, к примеру, на нижний баф, потому что я вижу, что кто-то тоже пробегает. Получится ли его как-то... Нет, ну одному здесь, конечно, вряд ли. Хотя я вижу там даже парочку игроков. Одного убили. Второго убили. И да, идет каст нижнего бафа. Верхний, кстати, верхний сбили баф. Мы сейчас посмотрим наверху. И нижний тоже сбили. Пробегают, конечно, цели. Раскатывают, как бы расшатывают они тех, кто стоит по центру. Но опять мы видим, идет каст обоих бафов команды Ангел Фьюри. И как бы ворота до сих пор, в принципе, они стоят. То есть они не пускают их особо дальше ворот. Ну, всю массу. То есть, конечно, ну, одиночные игроки-то пробегают. Но за бафы битва продолжается. Я вижу то, что бафы так до сих пор еще и никем не закастованы. И приходится здесь побольше людей как бы стягивать сюда. При этом ослабляет центр. Посмотрим, смогут ли они скастовать. Здесь стоит у нас Орехов. Кто он? Странно, танцует и кастует. Нет, сейчас вот кастует, как-то странно. Ну, хотя вот по статистике, вот, ну, вернее, не по статистике, по этому уведомлению, вроде как уже закастован. В общем, странно, опять какие-то, наверное, визуальные баги, но ничего страшного. Мы сейчас пока переместимся по-быстрому, если получится, на нижний баф. На нижнем бафе здесь, да, тоже пришло побольше людей, потому что не могли его пока забрать, прибегая здесь опять одиночный какой-то игрок, но, видимо, на него была задача, скорее всего, просто сбить. И, я так понимаю, с этой задачей справился. Прибегает еще один, целый КЛ прибежал и погиб геройски. Вот, еще пробегают игроки. Да, забегают сюда игроки атакующей команды. То есть цель у них, конечно, помешать. Вот, кинул сюда гном лужу, Дестер. Вот, и, соответственно, опять очередной забег сюда. Ну, давайте все-таки понаблюдаем, как это все произойдет. Получится ли получится закастовать Ангел Фьюри. Вот еще опять бежит Леон. И опять сбил. И умер опять же. Видно, что призывает сюда лидер побольше игроков. Хотя, наоборот, почему-то они отступили. Наверное, что-то происходит с другой стороны. Давайте переместимся. А с другой стороны, особо ничего не происходит. Потому что центр так и как бы держится. Остается 7,5 минут. Вот. И, собственно говоря, давайте посмотрим, как бы, какие будут сейчас опять регруппы. Так, и пока вот мы смотрим то, что все опять игроки команды Ангелов Юрия вернулись в центр. Они держат опять ворота. И, собственно говоря, да, ворота они как бы удерживают. И посмотрим сейчас опять на какой-то, наверное, регрупп. Регрупп готовится, это видно. Хотя нет, какие-то игроки пытаются здесь сверху почему-то что-то пройти. Ну, наверное, может быть, команду не услышали. Ну, основная масса все-таки, да, регруппится. И сейчас пойдет опять в атаку. Пока не идет, пока ждут. Так, у меня подвисла игра, я что-то вместе с ней тоже подвис. Смотрим, значит, ворота все-таки пока удерживают. Все опять зонами накрыли. И смотрим, смотрим. Опять по карте я вижу то, что пробежал наверх одна точка. Еще точка пошла еще понизу.
Но мне кажется, там, наверное, есть кем встретить. Вот опять это визуальное отображение этих забагованных молохов здесь. Огромного количества исмаэлей. Такое уже не раз случалось на этих осадах. То, что они не исчезают. Ну, не исчезают сразу. Вот, и на самом деле они тоже мешаются. Так, посмотрим. О, Перлон Эрл забирает верхний алтарь. Давайте мы на него посмотрим. Верхний баф. Нет, им сбили. Наверное, там много игроков пришло. Хотя вот мы видим то, что из центра как раз-таки вернулась часть игроков Ангел Фьюри сюда. И все-таки нет, Ангел Фьюри здесь отбились. Верхний баф они, собственно говоря, забрали. Нижний баф сейчас скоро спадет. Посмотрим, будет ли какой-то прорыв на нижний баф атакующих команд. Мы сейчас так вот переместимся через центр. Ну, в центре пока вроде все стоят, пока все спокойно. Нет, Ангел, так смотрим. Ангел сейчас через 15 секунд упадет баф, и тут уже игрок, в принципе, стоит. Но он один. Вот подходит еще один звезда, подошел, ну, как бы гном-нож. Так, и мы возвращаемся в центр. Так, а по центру, в принципе, у нас все хорошо. Ну, со стороны Ангел Фьюри все хорошо. И они уже набили 1600 киллов. Как бы они удерживают плотненько довольно-таки ворота. И вот я смотрю, вот тут остается у нас 4 минуты, будет ли какой-то очередной готовиться какой-то удар. Вот, и, собственно говоря, я как-то не вижу особого пока сбора. Может быть, все, атакующие решили капитулировать перед защищающимся. Нет, хотя вот игроки подходят. Может быть, просто люди перестали вставать за красные кристаллы, там уже КД у них, соответственно, набилось. И уже как-то я не вижу прям какого-то такого прям... удара, к сожалению. И неужто на этом все? Ну да, я не вижу каких-то прям вот больше движений. То есть Ангел Фьюри держит два бафа. Они не пустили особо как-то дальше там, ну, ворот этих, которые сломанных игроков. И, собственно говоря... они как бы свою задачу поставленную выполняют пока. Ну, с победой поздравлять их пока рано. Все-таки 3 минуты еще есть. Может быть, нам какой-то преподнесут сюрприз. Вот я вижу, здесь игроки подходят. И уже видно, да, перед воротами опять собирается много желтых точек. Нет, как-то вот они вроде собирались, но что-то я не вижу какого-то очередного глобального удара. И у нас остается 2,5 минуты. Здесь опять куча молохов, куча самоэлей. И куча игроков Ангел Фьюри, стоящих насмерть в воротах. И никого, которые не пропускают. Стоят они довольно-таки хорошо. Отбивают все, что бежит. Вот, а бежит, в принципе, уже немного игроков. Да, это даже видно по карте. То есть, как бы, центр они удерживают. Вот тут срок заюзался. Его там орехов накрывает. Остается тут буквально 1,5 минуты там с копейками, с небольшим. И, собственно говоря, пока все у команды Ангел Фьюри хорошо. Вот тут Old School 175 убийств подряд сделал. Перлон Эрл пытается зайти под бафом ТК. Либо это уже осмелели Ангел Фьюри выходит уже. Ну, непонятно, чей ТК здесь поставил свою ульту. Там тем временем идет перекаст нижнего бафа. Ну, я так понимаю, здесь уже
особо-то, в принципе, Перлонерла и Мормедонцы не стараются, потому что как бы Ангел Фьюри уже начинает спокойно забирать свои бафы. Да, были попытки у атакующих как бы команд попытаться хотя бы отжать бафы, но у них это не получилось. Они единственное только то, что хорошо мешали, особенно нижний баф. Но, собственно говоря, Ангел Фьюри в итоге туда прибежали и баф, собственно говоря, отбили. И сейчас мы видим то, что остается тут буквально там полминуты до конца осады, и атакующие, собственно говоря, дальше ворот-то особо-то и не прошли. Ну, единственное то, что они сломали, конечно, по бокам первые ворота, и на этом, собственно говоря, их атаки закончились. 20 секунд осталось. Old School 180 любись подряд. По киллам там перевес уже идет до 1739 на 347. 3 секунды до конца, 2, 1. Ну, собственно говоря, на этом все. Поздравляем Ангел Фьюри с тем, что они удержали замок. Посмотрим по киллам. Фанк 115. Нахара 128. Лейоки 123, Old School 192. Ну, здесь у Перлонерлы. Ну, Перлонерлы особо как бы нет, чтобы кто-то прям набил. Ну, понятное дело, они все-таки нет. У Мормедонцев здесь видно, что здесь нету 50 человек, это явно. То есть атаковало, мне кажется, может быть, человек 70-80 в сумме. Вот, ну, давайте на всякий случай еще быстренько глянем, пока люди не успели повыходить из кланов БМ. И альянсы. Так, Ангел Фьюри был 757 БМ, были Легион и Bad Company в альянсе, но, похоже, не было наемников у них. Так, у Перлонерла было 708, были, и Мормедонцев у них был прямой альянс. То есть тут понятное дело, то, что они были... Так, еще Мормедонцев. Посмотрим БМ. Что-то их даже время... Вот, 422. Ну да, это совсем как-то мало людей, видимо, были слабенькие. Вот, ну, в принципе, еще раз поздравляем клан Ангел Фьюри с победой. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока.